Стартуем мы со стоянки от парка Монрепо. Не удивляйтесь, пожалуйста, большому количеству машин на стоянке. Сейчас в парке вовсю идет ремонт. И это в основном машины сотрудников и строителей. Слева из-за деревьев появляется главная достопримечательность Выборга – замок, основанный в 1293 году во время Третьего шведского похода. Замок – это главная достопримечательность города, а ее донжон – башня святого Олафа – общепризнанный символ города. Сейчас в главном корпусе замка расположен Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города. Здесь проходят концерты, фестивали, рыцарские турниры. Навигатор поведет вас в этом месте налево или направо, в объезд старого города. Но мы проедем через сам старый город, по его брусчатке.
Последний светофор на ремонтируемом мосту. И под его зеленый сигнал мы покидаем этот гостеприимный город.
И вот впереди мы видим долгожданный знак дорожный, город Санкт-Петербург. Вот отсюда начинается город. Thank you.
Ну как не заехать в любимое кафе на чашечку горячего шоколада? И вот шоколад выпит, и до конечной точки нашей поездки осталось совсем немного.